таргете у медведя рога. Да я нашел. Так, ну милика в остальных я не буду, это самый. Я даже не ебу, откуда вы нам заходить. Наверное, я зайдем от входа и будем лока гриппать. Плохая идея от входа заходить, там вар стоит. Ну. У кого из ДКшек есть танка спек? Спекайся, пожалуйста. Да, у всех есть, у меня. Бля, ну вот не хочу, чтобы он спекался. Так, Заринка, какой ты там по ДПСу был? Заринка, спекайся. По ДПСу? ДК танк, вот Заринка спекнулся 46к, в принципе, нормально. Тогда будем что заходить со стороны. Ну, я советуюсь, ребят, с вами. Давайте тогда, наверное, будем, так как в прошлый раз заходить, только будем этот раз выкушивать мага. А. Лог далеко. Ну, типа, если хан подойдет, мы сольем ханта, если подойдет лог, сольем лока. Они все подойдут. Поэтому будем так же. Так, Тор, сможешь ДКшку от этого ханта достать? Попробуй вот так вот достать, где ты стоишь. Все, шикарно. Аккуратно, не спуль, пожалуйста. Вот тут, хорошо. Тогда... Это... Да, танки, конечно, первые. Так, танки на исходную пошли. Милики, РДДшки встали тоже на исходную. ДКшка следующий, который будет докью гриппать. Пожалуйста, подойди так, чтобы ты смог примерно достать гриппом от Тора. И все. Нам гриппают ханта, Геру дали, залили. Ничего сложного, давайте РЧ на готовность. Так, это ты про ДКшку? Вижу. Так, какие у нас там метки свободные есть? Я ему звезду сыпану. А ретрику я сыпану еще. А у нас нет уже на ретрика свободной метки. Круг. Все. Кулак пропалом. Прожмите, пожалуйста. Все готовы? Так, танки. Бля, у меня есть ДБМ. Как там ДБМ пул дается? Хорошо, танки. На счет три врываемся. Один, два, поехали. Тортини, тортини. От грип до грипнули в рейд. Еще раз грипните. Кто не грипните, второй ДКшка. Есть, Геру сдали, пожалуйста. Законтрольте, пожалуйста, рогу. Рога ворвался в рейд. Законтрольте рогу. Хант каток разлей. Хант каток разлей под нами. Кто может, сдайте, пожалуйста, шаку. Ой, шаклы, эти. Жабы, шипы, фиры, все, что только можно. Лок сидит. Рога сидит на этом. На локе. Шугека сейчас упадет, хэпал. Слишком далеко. Контролю бревно. Диспелим, кто может. Лок, бревно на тебе отпускаю. Банфир, банфир. Там лок стоит, разъем.
Ребят, больше контроля, пожалуйста. У нас уже 3 умерло. 3. Четыре. А вы еще ханта не слили. Гера закончилась уже, а вы ханта еще не слили. 5 упало. Падаем. Ханта не диспелят совсем. На нем ходки все время висят. Да. А я не знаю, почему... За Геру, блядь, 2 миллиона сняли. Вы... Хуя здесь АОЕшку какую-то пытаетесь слить. Блядь, бейте точно. Вы бьете АОЕ, вы сбиваете всем остальным контролем. Вы, блядь, это не можете. 10 человек, блядь, стоят ханта просто. 10 человек из 25 таргет выбраны. Там стоял Макс, Локом, они на кастовали, просто разъебывали, не прохиливается. Там ваншоты летят. Я видел, что у мага кастилось много чего. Или не в мага. Где Лок? Я не вижу Лока. Вот Лок. Да, оно уже все прохилилось. Бля, гильдой прошлой недели ходили, залили ханта и все, и проблем больше не было. Ну, вас, наверное, касты сбивали и контроль отдавали. Да. Причем без команды Реллы. Я не расписываю, я же не думаю, что у нас тут все такие маленькие дети, что надо все прям за ручку говорить. Вар, вставай, пожалуйста, заходи и садись кушать рыбу. Паладины, которые репинс не отдают, отдавайте их, там паладины в море у нас. Тоже пиздец, похоже, 4 мага. Хан, ты сразу каток лей. Так, что у нас там по пачке? Хан. Где Лок? Жрец. О, идеально, будем отход обрываться. Там, конечно, шам посохом. Даю. Назначил. Это хил. Есть. Медведь у кого-то там жирный был, у совы. Да, степися. Лок. Огурцы. Лок, огурцы. Кому там жапу, сорян, что ты прослушал? Ромбик. Цветоносты, да? На косты можно хоть посадить его, и все.
Я предлагаю не Аршаму бить, а все-таки бить мага, потому что это еще очень болючий ДПС. Заин, когда это танк. А точно Ксага будем садить, он топ-1 ДПС тут был, ну топ-2. Ой, да нам хватит, мы разобьем косты, там делать нехуй, сбивать его. Давайте вообще на готовность. Три человека. А, ты прожал, все вижу. Все готовы. Танки, на счет 3 врываетесь. Хепал, ты готов? Ты там частицу сделал. 1, 2, 3. Поехали, танки, врыв. Тяни. Еще раз тяните. Лем, я сейчас отдал жабу самому, потом после меня отдашь. А где Тор был? Почему его не доставали? Лок. Полено, держи. Мишка, прожмись. Феникс. Блять. Ладно, похуй, подойду, дам пару фоток, мне еще пизда будет. Мишка, забери рогу. Не, череп, этот, квадрат забери. Быстрее, больше ДПСа по черепу. Маг, живи. Имбахил. Каток разлейте под нами. Давайте, 200к, добили, молодцы, свичнулись дальше, следующий. Лок, беги, лок, бегай. Быстрее, ребята, у нас тут с танками-то беда, блядь. Я вижу. Сейчас подойду, Заринка прохили. Ты где, Заринка? Вижу. Блядь, я тут со всеми в куче, блядь. Вижу, хилю. Да. Да. Заберите пара шамана контрольки. Давайте больше ДПСа по... Блядь, старайтесь не подходить сюда, ребят, блядь. Эти сучки на вас возбуждаются. А, заберите, пожалуйста, с меня Пета Хантовского. Спасибо. Маг, живи. Маг, блинкуйся. Второй маг, уйди отсюда, во глыбу жмите, все, что только можно. Ребят, больше ДПСа, пуржите, пожалуйста, с квадрата все, что только есть. Ходки, не ходки. Снимите вакс хила, пожалуйста, ты кошка. Эра, беги. За контрольте, пожалуйста, эра, друг. Есть. Грипните в стене квадрат обратно, не отпускайте его от стены. Давайте еще чуть-чуть быстрее добить квадрат. У нас минус 2, да ничего. Мы тельняшка.
Луну контрол. Вара, 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 вы выкиньте Вара, выкиньте Вара. Он бы шаг крутит. Давайте еще чуть-чуть добиваем Ханта. 500к. Живи. Джозер, живи. Да заебал этот пар, ёбки, блядь. Следующего. Кого мы там заливаем? Шаму или мага? ДКшку выкиньте, пожалуйста, от нас. Он тут бегает, пытается вырезать всех. На КД? А, бернитесь, Экши Джема, пожалуйста. У кого есть КДшник БР? Бега танка, прохилите, пожалуйста, Павла. Прохилил. Мак, глыбу прожми, блинкуйся от него. Умер. Быстрее, больше. Больше ДПСа, пожалуйста, по ромбику. Блять, пиздец, что происходит? Маг, живи. Контролю Луну. Три вихря я смогу сдать. Первый пошел. Не могу, промах. 22-й вихрь пошел. Эрдрушку контроль. Все, вихрь уже ничего. Прискили, надо законтролить. Вара, держите оковы, он летел в этом. Твист, твист, хилит, шамана. Рядом с крестом плист стоит, зовите кас. Еще чё-то. Вот дальше печеньку. Луну свичнулись, ребята, вытяните милипо, пожалуйста. БР, сдайте по кин... БР, сдайте по кентайке, ребята. Антар, прист, ходит, хилит, прям вообще ему никто ничего не делает. Он прохиливает. Ребят, давайте чуть-чуть больше ДПС. По контролю пока этого. Не могу. И... Вы Геру, кстати, еще не давали. Геру, была, была. Сдайте Геру, пожалуйста, тем, кого бэрили. ПК упал, лок упал. Сел на друида. Смерч... Пару смерч убил, друида дам. Пала, пала, пала танка, прохильте, ребят. Бегу, живи. Чуть-чуть, чуть-чуть. ДК, давайте вам поясню то, что... Ребят, давайте. Если грибаете, то грибайте к стене, потому что здесь больше шансов, то, что его вот хилят. А сети кто-то на эрдру, кто сможет там большие касты подбивать. Ставь свой стен сейчас, вот откадешься. У кого гриб откатил, идите к стене. Вот он, ушел, сам уходит. Друиды, у кого не сдат БР, пожалуйста, если есть возможность, БРните Лока. Понятно.
Вы не убьете его, потому что вы стоят и хилят. Стоит хилит пристав, хилит друид, нужно их законтролить. Я друида контролю, как только могу, я вара кайкил. Ну а пристав тоже надо что-то сделать себе, хотя бы косты ему сесть, сбивать. Он прям вот схуярит, стоит, нон-стоп хилит. Блять, заберите, пожалуйста, с эрдружки что-то. За мной 3 милика, 4 уже убежало. Хант, пожалуйста, если ты живой, лужу разлей под себя, котов под нас. Больше ДПСа по луне. Давайте, 500к, пожалуйста. Печеньку законтролил. Хант, разлей каток под миликов, ты сейчас откиснешь. Всё, сквозь, через каток можно... Киску мага. Сыграйте по череп, по кресту, там рога. Да не упадем мы. Контролим, ребят, контролим. Эрдруг контролю. Пару смерть. 3 смерча с меня на друида. Джозер, беги. Тотемы, ребят, не забывайте, тотемы на корни. Тоже работают. Все, я эрдружку отконтролил сколько мог. Что там? Вы кого бьете, ребят? Объясните, пожалуйста. Эстик. Должны глядь бить. Да я вижу, каждый бьет кого хочет. Ребята, свичнулись. Антара, свичнулись. Ромбик, свичнулись. Убили Ромбик. Пал, ты где? Я тебе ходку дам. Держи. Живи. Давайте, давайте, давайте. Бьем, Ромбик, бьем. Не могу друида контролить. У кого есть? Могу. 3 смерча на меня, с меня на друида. Выкинь. У нас что, ТП нету? Престолов, ДЦ, что-нибудь? Есть. Так а чё они не диспелят? Прости себя, ТБ. Рогу откините, пожалуйста, с рейда. Вытяните рогу с рейда. Сбейте каст друиду, сбейте каст друиду. Вара откините, вара откините. Отойдите от вара, даю корни. Не вас... Может, он убирает, а может, блядь, у друидов... Этот БР откатился, людей по БР. Нет. Давайте, ребят, давайте, все нормально. Уже лучше, чем было, контролем. Хант, бегай, 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 не стой. Этого нахуй Бруна, блядь, забрать вообще сюда к стене? Нет? Он уйдет, он уйдет. Понял. Мишка, забери вара. Спасибо. Я просто хайкер. Дай каток под этого, блядь, Антара Иванова. Да, 30 сек, заберите, пожалуйста, печеньку, что там? Вижу. Я Лока резну, пускай контролит дальше друида. Есть живые ДКшки? Есть. Жри банки, пожалуйста, Берни кого-то. А... Берни, Лока, жри банки, подойди. Где? Я не вижу. Так, есть, Лок, ты где лежишь? Лок, да нахуя вам Лок? Дайте приставку. Ну, откатился еще Бер. Резните, пожалуйста, кого нам резать? Кентайк, резни, будет тебя это чистить. Давайте, 200к добили, ребят. Как в армии, согласен. И пойдет проще.
Так. Все, там холипал стоит, пола и бьет. Листик заливает. Он повырезает остальных. Так, что дальше? Крестик, давайте крестик убьем, ребят. Лок, уходи. Лок, ты можешь скинуть свой портал где-то по стенке в жопе мира, чтобы туда телепортироваться, если на тебя кто-то налетает? Геру можно дать, ребят. Да, Геру сдайте, забили, залили этого. Отведите отвара, пожалуйста, рогу. Ребят, не расслабляемся, контролим, контроль. А, ребят, там БР, у кого у вас восстановились? Сейчас секси джем, у тебя восстановится БР 40 секунд. Смотри, БРниш. А, кого нам БРнуть лучше? Я? На кому, да? Ребят, БРните одного шамана, пожалуйста. А, желательно имбахил, это он поможет прохилом. Процентов вроде, давайте. Вару? Танк, не умирай, Феникс, живи. Хан, живи, живи, живи. Хант, убегай. Вижу. Еще прыгай, лужу лей под себя, каток лей, имбахил, Геру сдай. Имбахил, сразу Геру сдай. Давайте, доливай. Убили крестик или нет? Быстрее, боль. Нет. А, у кого БР еще есть? Сейчас у кого-то должен быть еще один БР. Так, раз, два, три. Три БР раздали, у нас четыре друида. Убить, быстро! А ДКшку не лучше было бы? Отойди. Да, лучше бы мы вообще убили б нахуй дерево, блядь. Он у нас живой. Имбахил, живи. Ребят, бегаем, бегаем, не стыдаемся бежать. Лучше прервать свой каст и убежать, чем упасть и больше ничего не закастить. Ну как, бывает пару ходок, но их, я думаю, и пуршить могут. У нас два шамана стоит. Сейчас чемодан стоял, отлетит нахуй на этом боссе. Бля, снимайте хоть. Блять, это самый потный бой, который был. Я на БГ так никогда не потел, как сейчас. На самый тяжелый, блядь, пугабосс, ебать. Так, а не у нас, а у кого-то, может быть, я говорю. Дайте масс диспел, масс антихир, дайте, пожалуйста. Я, что, блядь, на него заморозку уже десятый раз. Отойдите. Что, тогда пизды, ебать, уже раз уже снимаю. Пал, бегу к тебя хилить. Бегу, бегу, родной. Живи. Блядь, копы. Давайте звезду добиваем. Так, ДКшку держим, а то тут в него так ворвались, знаете, смачно ему такое леща прописали просто. 100% нахуй, можно было и покупаться, и, блядь, и помыться.
Легеры ждали 20 минут, ребят, вы чё? Я уже 4 раза нахуй на ханте прожался, ебать. Давайте этого, убиваем, круток. Бля, просто, сука. Лок. Ребят, а знаете, в чем прикол? Ретрика уберите от нас, пожалуйста. Он под крыльями еще. Да, там танк, там таун, давайте его грипнем в рейд вообще, чё нам это самое? Это самое, я что-то хотел сказать. Знаете, в чем прикол? У нас пока вот не убили Лока, ребята думали, что сейчас все упадем, не надо контролить. Убили Лока, упало уже до хрена народа, ребята начали что-то шевелиться, потому что одного моба убили. Это я, кстати, заметил. Как на арене, отгрипывать друг от друга, там дать прохилиться. Ну все, растопчем сейчас эрдружку еще. Спалю его нахуй сейчас. Сейчас серлак падает нахуй. А, да, заебись, топ нормально. Кто это сказал? Кто это сказал? Это лучше. 1000 кроу нахуй. Ну его на ловушку. Бля, шутки шутками, ну давайте это, грустите нахуй. Там БР еще не уклонят, хотели, блядь. Четвертый раз. 2 минуты до БР. Это гаст. Чтобы все это жили, да? Да тут ебать, ДКшка дамажил, блядь. Сколько? Это 1 600 000 или это 16 миллионов? Ты походу смотришь, блядь, без ресета. Да, 7. Не, это... Да, 7.5 вижу. У меня скинулся, просто полный отчет включился. А у меня там, сука, на хэнде, блядь. Если вы эти... 6.2. Ебаный. У меня 6.1. О, у нас... Наконец-таки эрдружка упадет. И останется последний пидорас. Ну, в прямом и переносном смысле. У нас тут прямом. Да шо ж вы так паладинов все не любите? Выпускайте пидора сюда, нахуй. Сейчас мы его разозываем, нахуй. Выпускайте Кракена. Я только хотел сказать. Сейчас поменяют бору. Раздайте баф, а то уже 30-минутный баф спал. Сейчас начнёт. Ебать. У меня у печати 2 минуты КД осталось. 2 минуты осталось, я ебал. Да, у меня тоже 2 минуты, ебать. Сейчас смотрите, как Ретрик бурю прокрутит у вас там. На 1000 минус 7. Вот так. Потом это по одному вырежет, да? У нас паров нету живых. Да. Вара жив.
Да, там кому-то леща он прописал такого, почти уронил, уложил бензобака. Ебать, напада уже заебал, но... Дядя, но тебе уже не выиграть, ну ты пойми это, падай, просто сдайся. Он еще и бабл юзает, ну посмотрите на этого самого наглого, упертого паладина. Давай все 50. Вот я бы на его месте не вышел пацанов, а упал бы. Ну да, вышел нахуй бы за двери, бля. Да, да, да. Альтов 4, блядь. Ну что там, где дисконнект? На месте? Блядь. Не надо, Камин, это страшно. Просто откат будет и все. И что там, блядь? Ну хоть... Кольцо выпало, ебать. Кольцо на ДДшек. Да, да. На ханта как раз, ебать, который тут жил. Полвека, ебать. Такс. Трини, я говорил, мы ролим сразу. Танки. Триню, разролили? Только два танка. Так, сейчас, три танка. Тоже на танка. Три танка у нас ролят. У нас ролит на танка Заринка. Потом на танка ролит этот. Первый танк это Протопал и Медведь. Ребят, разролили Триньку. Смотрим. 76. Кто-то ой, блядь, дохуя, дохуя. 38. Кто-то с больше. Протопал, ролить будешь, нет? Роль не на меня, бля, ёпт. Блядь, так на ДК тоже заебись. Протопал, напиши, пожалуйста, плюс, если ты тут. Он курит. На ДК, ладно. На Миш. На ДК тоже заебись. Ладно, я тогда отдам, когда он вернется, он просто кинет ролл, и все. Не, ну ты пиздец, да, блядь, полтора ляма, да, нахуй, на всех. Я в ахуе. По ляму в каждом надамажен. У меня пальцы устали, кнопки. Ага, да, это... там шмот-то не закончился, да, ребят, с первых боссов. Не, ты что, мы только начали. Там еще... Мы тут только час, ребята, вы че? Еще все впереди. Сейчас ануп, ебать, придет. Погнали, да, курить. Он... Ребят, 5 минут, время пошло. Заебал, конечно. Курим, 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 курим. Имбахил. Уже не накурились, а на этом боссе, на, бля, чемпиона. А этот, имбахил как раз, он лежал полбоя, он мог пойти покурить, там, туалет сходить, ванную принять. Это, поспать пойти. Не, Джазар, сейчас валик убьем и уйдешь. Ну, типа, у нас уже минус один хочет быть. Говорит, что через 20 минут уйдет. Да мы сейчас с первого трая валик убьем. И все. Главное не слакать, блядь, с этими нахуй. Черно-белый. Из танков-то это будет светки ловить, третий танк или нет? Либо ну, типа, все... одного... Заринка, спекнись, пожалуйста, в танка обратно. Брат, по-братски. Что-что еще раз? Спекнись, танка, сферки половишь. А, ну я в танке остался. А, ну, я в танке. Да, сферки половишь чисто так, потому что в десятке они не пробивают, а в 25-ке как ебанет, так, знаете. Просто было 25 человек, и нету. Хорошо. Так, у нас еще же рецепты есть, это самое прикольное, то, что мне надо, это портняга грудак. Дайте-ка подумать по поводу тапок. Минус 47 хосты. Что у меня вообще по хосте делается? 623. Смотрим. Так будет 570. Хм.
А, так, стапки нахлепало, есть 245-е. У меня тринька прокнула 84 раза, она дамажила 722 тысячи. Круто, круто. Чё я могу сказать? Кэм? Пиздец, блядь. Пал зашевелился. Протопал? Да. Протопал. Тебе нужна тринька, которая упала с этого босса? Прям хуйню ты сказал. Она всем подходит одинаково. Пал, ты где? Остался. Напиши плюс в рейд, если ты тут. Вот, хорошо. Тебе... Ты хочешь? Ролл, кинь, пожалуйста, один. 90... Ну, медведь, тебе не повезло. Самый модный на районе. Я просто говорил, что тринки буду сразу разраливать, так как они их оденут, и они уже их будут юзать. Мало ли как-то повлияет. Он, я тебе больше скажу, он даже не одевает ее. У него трини лучше. Ну, в смысле не одевает, он одел? Зря он сменил. Ладно, хуй с ним. Так, ребят, у вас минута, 50 секунд осталось. Отойду пока, побью. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Да, мать, проебался. Так, у нас уже минус один есть. Это маг, он в АФК ушел. Маг, ты тут? Мак, ты вдись и отзовись, пожалуйста. Я тебя прошу. Ну нет, так нет, пойдем дальше. 24 тела. Все взяли темную, кроме медведя этого Заринку и медведя. Встали в фрейм эрдружки. Это самый такой красивый фрейм, в который вы могли бы встать. Давайте, давайте, сходимся, сходимся. РЧ, посмотрим, кто есть, кого нет. 5 минут было предостаточно покурить, ребят. Один. Ханта не хватает. Хант, на месте. Имбахила, что ты делал, а? Ну вот что ты делал? Так, сейчас, ну короче, медведь пулишь темную, пал пулишь светлую, ведете их сюда и заливаем темную, ой, светлую, и все. Да, можем даже Геру сдать, когда стаки настакаются, и нам надо будет перебегать, чтобы залили по бырам, и все было хорошо. Так, давайте еще раз окончим на готовности и поехали. Варчик. Триня ушла Палу или что, я не понимаю? Да, Палу да. Ушла Триня. Не надо мне в ПМ выписывать. Ты не один пишешь. Так еще Палу, а не мне.
Да, блять, если бы, но... Я дыка. 76. Я это 76, говорит, сейчас затриню другой. А. Ну... Заринка. Ты ну, меньше всех я просто... выкинул. Давайте ой, начнем ребят. Дальше, что вы? Из-за шмотки будете, что ли? Он ее выкинет потом. И ладно. Хант, на пулс дай, пожалуйста, на протопаладину светлую и быстрее. Заринка, ты темные сферки не лови, ты только белые. Минус маг. Дайте БР-ку магу, пожалуйста. Взяли светлую. Светлую взяли. Переводим. Перевели. Перебежали. Встали в один фрейм, ребята. А, Заринка, беги, возьми темную. Возьми темную и бегай, собирай темную. Ближе, скучкуйтесь, ребята, каску ребахните. Пожалуйста, скучкуйтесь, я вас прошу. Сейчас спецспособность смотрю. Темную все взяли. Не перебегаем пока. И сейчас перебежали. Перебежали. Захили рейд. Вар, Заринка, лови, пожалуйста, чуть дальше от рейда сферы. Ты как раз таки нас и пробиваешь ими. Суперспособность, готовимся. Договор близнецов светлые. Пробиваем щит и избиваем каст. Давайте больше ДПС по светлой. Молодцы, сбили. Способность 10 секунд. Джозер, ты может встанешь и тебе БР что зряд. Зачем? Мы стоим в темной. Тьма. Взяли белую и сбили. По тьме сыграли. Взяли светлую и сыграли по тьме. Быстрее. Быстрее. Больше сбили щит. Сбили. Не сбили. Отхилили. Красавчик. Как раз таки темная начала кастить. Мы темную должны были пробить. Понимаешь? Нам надо было просто пробить щит и сбить каст. Темная кастила, поэтому нам надо было взять эту светлую и бить. Все. Но не все взяли сразу. Кто-то вот вообще перебежал, взял темную. Раз. Умирайте, давайте по новой. Пизду. Падаем. Тут не было моей ошибки. Тут ребята просто не успели пробить щит. Тут не хватило ДПС. В темных сферах. На нас было темные.
Отличившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ради бога, хорошо, давай. Да, дай рыбку. Ребят, рыбку подошли, покушали около аэродружки. Рыбка влезет. Каску по друидам, ребят, пожалуйста. 5 паладинов не могут раздать 3 этих. Падаем. 4 сверки влетело в рейд. Вайп. Еще один ДКшка нужен, который там не дает ДПС. А кто у нас там мало ДПС дает? Один. Не, сейчас ловит Заринка, который испекнулся в танка. Пускай еще один кто-то выйдет. Тор, выйди, пожалуйста. Мамонта на входе поставил, ребят. Ну как, сейчас выйду и поставлю. Мамонт на входе стоит. Кому надо, подошли, починились, купили реги. Здорово. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последние испытания. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... У нас, кстати, минус 2 уже. Жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся. Да, он минус 20 назад еще написал. Ну, до пула. Нет, да проход оформливать не будем, а вот шмотки сейчас как раз таки разролим первые, которые упали, потому что осталось времени 30 минут. Чего мы успеем убить, его и так.
мы захиливать мы, будем. Мы его. Без еды. Даю рыбку, даю. Рыбку поставил. Ваншот не прохиливаются вообще, в принципе. Да, да, да. Давайте, ребят, встали обратно в один таргет. В звезду. Что? Что? Перекинул. Да, хорошо. Арченок. Все приняли. Пульки. Интенсивнее ловим сверки, ребят. Почему-то очень много сверок летает. Еще больше, чем летало, когда один заринка ловил. Спецспособность, готовьтесь. Ребят, ну вас два человека ловит. Сфер... Только что опять три сферы залетело, блядь, в рейд. Ну как так, ну, блядь? Мне да вы, блядь, на похуй на эти сферы. Вы даже, блядь, продамажить щит этот ебаный не можете. Нужно, блядь, не можете поменять эту ебаную сферу и забить этот ебучий щит. Упали, еще раз встаем, зашли, ставлю рыбку, рибав. От темной магии, кстати, поставьте эту ауру. Сейчас я выйду, буду сферки на эрдружке ловить, хорошо? Даю рыбку. Стоит рыба. Рыба стоит. Сели, покушали рыбу. В смысле нету смысла бегать ловить. Дядя, 4 сферки залетает одновременно, а такое может залететь. И все, и вайп. От 3 это пизда, от 3. Даже от 3 ложится почти все. Запустил кто-то, да. Давайте, ребят, встали все в звезду. Не заклацай, а время вышло. Время вышло. Вы поймите главную суть того, что когда идет. Пожалуйста, щит, ребят, возьми. Надо дамажить максимально. Вот прям максимально, чтобы успеть сбить каст. ШПшка, да. Пойди возьми, пожалуйста, темную сферку. Темную сферку пойди возьми. И встань, пожалуйста, в фрейм. Ребят, войдите в один фрейм. Не растягивайтесь так. Поймите, чем дальше вы стоите друг от друга, чем больше ваш фрейм пати, тем больше сферок вас влетает. Давайте, арча на готовность. Пульки, танки, пульки.
Войд, порассказывай, что делать. Я сверху просто бегаю, ловлю, помогаю. Способность 10 секунд, готовьтесь. Макс рвал. Перебежали, перебежали. Захили танку, пожалуйста. Ребят, кучнее, кучнее станьте, пожалуйста. Вы раз опять рассосались так, что у вас 10 сфер может одновременно попасть. А где те, кто слева сферки ловит? Почему я не вижу ни одного? Маг может бернуть? Хотя бы дамажит. Сейчас после спецспособности. Давай переведем. Не успею. Походу, да. Не было, да? Зачем? Кучнее, кучнее, кучнее. Ребята опять рассосались. Ближе стали друг к другу, ближе. Поверьте, мага. Ты кто сбил воронку темную, возьмите. Вас сейчас шотнет. Пала прохили. Ребаф дайте, пожалуйста, по магу. По магам ребаф. Способна 10 секунд, готовьтесь. Да не, в принципе, Геру можно дать, на самом деле. Геру на эту херню? Спецспособность, готовимся. Темные. Белый темный возьмите, или просейвитесь. Персак, 3 минуты, ребят. 8 секунд, спецспособность, ребят, пожалуйста, не слакайте теперь. Перезагрузка сервера, ребят.
Я предлагаю перевести на всякий случай. Давайте. Будет 10 секунд. 5, ребят, давайте. Есть, сбейте щит, потемный, ребят. Больше сбили, молодцы, красавчик. Давайте, ребят, давайте, я в вас верю. Аллилуйя. Смотрим, что тут. Посох двуручный, ловкость, выносливость упал. Запы латные, танковские, сфера рыцаря. Это с первого. Сейчас будем все ролить. И оффхенд, блять. Сейчас это все ролим. Не запускайте пока, пожалуйста. Так, ставлю на себя звезду. И... А знаете, кто вас засейвил? Когда вот этот милипизрический каст был. Так. Если танкам что-то не надо, да, хорошо, ролить на офспек можно будет танковские шмотки. А, сейчас ролим первую шмотку, это вот это вот. А, это холипаловские тапки. Ребята, холипал надо? Подходи, забирай, в принципе, тут больше кроме тебя нету холипалов. Вроде бы. Точно нет? Точно нет, иди сюда. Звезда стоит. Звезда станет звезду. Вот. Точно. Твои тапки. Группа, след... Так, рейд. Следующий. Пояс латный. Мирики. Рольки. Варчики. Валы. 13, 50, 15, 5. 24, 61, 65. Кто даст больше? Недостойные. Ну это ретрику, блядь, куда бензобак ты шо? Ну все, бензобак ГЦ, поздравляю, 245-й бисовый пояс пока это. Хорошо, буду кидать объявление. А, дальше. Кожа, грудак. Сила атаки, рольки. Я не знаю... Кто его заберет? Феникс, кот на кота, да, нормально. Один роллит. Все 9. Кто даст больше? Красивое число было. Пока никто. Подходи, Феникс, никто больше не роллит. Давай обмен. Есть. Следующие. Кольцо. Ролим. Так. Ух, 99. Менкс. Давай обмен. Больше никто не выкинул. Так. Менкс, а ты у меня кто? Ты паладин. А, дальше, следующий. Почему все нищие забирают шмотки, сука? А, кольцо. Бездушной агрессии. Не через РВ кинул, но, пожалуйста, с ролики. Ловкость, выносливость. 50, 42. Кто даст больше? 74, еще. 32, давайте больше, больше. 90, Феникс, молодец. Кто еще даст больше? Давайте соточку. Никому Ханту не это, отдайте кольцо. Почему палы ролят, блядь, с ловкостью? Ну, я да, понимаю, да. Агил. Надо кольцо это. Не, если Мишка больше меня выкинул. Не, Мишка выкинул больше. Мишка, подходи. Отдайте Ханту, не надо мне. Ханту отдайте. Хант, иди-ка сюда.
Давай обмен. Вот я скинул. Обмен давай. Даю. Спасибо. Благодари тех, кто тебе отдал это кольцо. Это Мишка и отдал. Так, дальше. Трофеи авангарда. 23 минуты ролики, ребят. Только те, кто надо, в приори. Это Авар, Эрдру. Смотрим. Варчик. Как раз таки варчики выролил. 99. Подходи. Мы будем каждый отдельно ролить. Нет, стопе. Там приступит. Да, вижу сотку. Подожди, Вар, секунду. Прист. Во что шипешки одеваются, мне скажите? Тогда 4-4 Присту не отдам. Вар, давай обмен. Это на... Он, если будет в армте играть, он ее не сменит долго. Поэтому... Выролил Вар. Ребят, я с самого начала говорил, если кто-то пишет видосик, то... Рел, давай быстрее, 6 минут осталось. Успеваем. Следующий трофей авангарда. 31 минута, ролим. Ролят только те, кто я говорил. 27, 50, 60. 60 Яхо. Яхо это ретрик. Опять варчик. Больше всех дал. Вой хэпал тоже 78. Ты в 4-4 будешь, 2-4, 2-10 будешь одевать. Но ты в ближайшем будущем все равно сменишь. Я предлагаю дать Вару ему докомплект. Полипал на Т4 никогда не один. Он на ретрик. Он на ретрика. Подходи, давай, обмен. Так, и последний трофей авангарда. Нет, не последний, предпоследний, вру. Трофей авангарда. Ролим. Блядь, чё с моими роллами? Какого уя они такие никакие? 60, так, 78, кентайк. Ну да, ну бы пару раз тройнем. Увидим, сколько народа придет. Подходи, шипешка, давай, ролл. Обмен. Бля, мне одного трофея авангарда не хватает, чтобы комплект апнуть, понимаете? Ну, 2Т9 апнуть. И последний трофей авангарда. Люблю паролить что-то. И следующий трофей авангарда ролим. И 41. Я не ебу, что у меня с роллами сегодня. Предкьюктор какой-то, подойди, пожалуйста. Хант, держи. А можно в наручину танка кинуть на ролл? Да, сейчас кинем. Хант, дайте обмен, ты выролил. Наручи танковские, ребят, быренько разролили три танка. А это не на Т4, это на Т9 апгрейд. Заринка, выролил, подходи, быстрее. Смотри, от портала отойди, а то сейчас тыкнут. Кто-то специально поставил так красиво портал. Еще оффхенд, посох. Ханту, я думаю, прикольный посох будет. Так, следующий. Оффхенд троллим. Эра. Ребят, быстрее. Кому надо, быстрее рольнули. Эра, подходи. Долго думай. Да. Ну как, еще 240 кожаные тапки на Эрдру.
Я давайте кину на ролл, но я не знаю, кто с Эрдру заберет их еще. Да, я знаю. А рецепт-то не будешь ролить, что ли, или как? Буду. Договор близнецов, ребята, разрольте посох, ловкость, выносливость. Быстрее, ребят, посох, ролим, ловкость. Вообще колечко вроде было. Было. 65. Этот хан, подходи, кидай ролл, обмен. Так, кольцо ролим. Слишком нет. Ох, то, что это боешка, да? Бля, а кольцо с асной. 95 сотка, кентайк. Подходи быстрее, пока не вылетел сервер. Вот там 97. Так оно боешное. Оно не боешное, кольцо 97 сролили. Шаман. Нет, 100 выролил кентайк. Ты на диване, боешное кольцо. Это хиллерское. Это хиллер. Боешное кольцо, Рэл, ты его продашь, блядь. Я не говорил, что боешки ролятся. Я сказал, ролится один анрол. Секси Джем выролил контайк, у него там сотка была. Можешь перепроверить по роллам. Все его. Я думал, у тебя бое анрол, блядь. Нет, я не писал бое анрол, я писал один анрол и ну, это... Степу, может, ролят или как? Или просто все? Все могут ролить. Боешки все могли ролить. 15 секунд, ребят, рецепты уже никто не успевает. Если что, я жду с рецептами вас после ребута.